Я участница многих школ тренерских, и, наверное, я одна из старейших участниц этих, прошла практически все тренинги. Поэтому я могу реально говорить о тех качественных изменениях, которые произошли у меня за время того, когда Гаран пригласил меня на школу тренеров. Если на первых тренингах я была неопытной, начинающей совершенно тренер, обладающий, ну, можно даже сказать смело, не обладающий теми компетенциями и навыками, которые необходимы для тренерской работы, для того, чтобы передавать те умения и знания, и навыки другим сотрудникам некоммерческих организаций. Прошло время, пройдя вот этот курс, появилась уверенность в себе, уверенность в своих компетенциях. Увеличилось количество организаций, которые обращаются. Это говорит о качестве этих тренингов, о качестве моей работы. Появилась деятельность не только в рамках нашего муниципального образования, а запросы из других территорий Красноярского края. Пул тренерского сообщества, ну, такой расширился. Это дает нам определенные возможности для того, чтобы сделать наш сектор более профессиональным и более устойчивым. Каждый инструмент, который мы получаем благодаря гаранту при поддержке фонда президентских грантов, ну, это просто кладезь. Вот те методические материалы, которые мы получаем здесь, те вот прям технологии, мы их просто берем, приносим в территории и щедро делимся с нашими благополучателями.